Ассаламу алейкум, Артула. Здравствуйте всем. Сегодня у нас на обзоре очередной Chevrolet Cruze. Под нормы токсичности Евро-2 автомобиль приехал перепрограммироваться. Соответственно, отключим EGR-клапан. У него там он глючный, и нет смысла его менять. Просто поставить надо будет потом пластинку. Также в автомобиле имеются проблемы с распредвалом, плюс этими с ванусами. Но это уже другая история. Сейчас сделаем чтение с блока управления двигателя заводской программы. Далее редактирование будет и, соответственно, обратно запись. Далее заведем автомобиль, я вам покажу, что дальше будет. Так, продолжаем наше видео. Здесь еще по ходу ключ Mercedes принесли прописать. Так, делаем запись блок управления двигателя. Сейчас пока идет стирание флеш, состояние не отвечает. Это временное явление. Так, идет запись. Ждем окончания записи, далее проверка у нас будет. Так, продолжаем наше видео. Операция у нас успешно завершена. Сейчас подключим диагностику и проверим все. Сейчас включенное зажигание. Сейчас будем заводить двигатель. Наблюдать здесь все нормально сейчас. Единственная есть проблема с датчиком положения впускного распредвала. Сейчас мы это и убедимся в этом. Так, продолжаем. У нас есть проблема по нагревателю датчика кислорода. По датчику распредвала ошибки уже нету. Я думаю, скорее всего, эта проблема у нас связана с тем, что есть какое-то замыкание. Ранее этот автомобиль проезжал с такой же проблемой. У него часто сгорает этот предохранитель. Сейчас, как видите, я его заменил. Кстати, не забудь купить сюда предохранитель, поставить десятку тоже, обязательно, понял? Здесь тоже должна была десятка. Просто здесь, раз он под нагрузкой, чтобы замыкания нигде не было по цепи, отсюда десятку я перекинул сюда, сюда временно поставил двадцатку. Проблема в том, что с лямбда-зондом есть какая-то проблема, скорее всего. Не зря у нас ошибка уходит, низкое напряжение в цепи. Надо будет посмотреть. С датчиком распредвала все у нас неплохо, отлично. Все, автомобиль готов, можно отпускать.